И сегодня же сотрудники Центра гражданской защиты проверяли несанкционированные пляжи в городе. Несмотря на смену погоды, отдыхающие там все же встречаются. В Павловской роще купание категорически запрещено, так как рядом находится водозабор. Кроме того, дно реки не обследовано, а в парке не дежурят спасатели. Для отдыхающих такое купание может обернуться трагедией. С начала сезона в регионе утонули более 10 человек. Все в несанкционированных местах. За эту неделю в районе было снято 20 человек судового хода. Это значит, выплывают люди за территорию, огражденную буйками, это на пляжах. И плюс к тому, что вот у нас по реке Волга часто любители переплыть в Волгу. Также патрульный катер у нас выходит и людей вытаскивают из воды. У спасателей на карандаше 11 запрещенных, но популярных мест массового купания в Ярославле. Однако встретить нарушителей можно на всем протяжении Волги и Котрасли. За нарушение правил поведения на воде и купание на стихийных пляжах грозит штраф до 3000 рублей. В Ярославле три официальных площадки. Центральный пляж на Котрасли и на Волге, в Тверицах и в Норском. Однако купаться там тоже запрещено, поскольку анализ воды показал ее несоответствие санитарным нормам.